на четвертом этаже, там след от пули, сейчас с другой стороны. Не согласовывались бы? Кто ты? Да. У меня сколько там? Выбирай.
Лес мой. Сколько зарабатываю? А? 25 вчера. Вот сейчас я сделаю, пацаны придут, сейчас их снимут. Сейчас приду, тебя могут. Помоги, помоги. Ребят, потом не моется оно. Да, все, соскочи.
Телевидение российское.
Алина сюда бежит. Thank you.
мне бы еще зеркальце так. Шляпа за тобой там стоит. Thank you.
Дочь хорошая, красивая. Угу. Его может, видно и... хорошо, красиво. Он так и едет. Не, через дождь лучше, да, Валя? Красивше. Включить дворники. Вон там вот под часами электронными стоят два чурки, но они как бы случайно там стоят. Они не производят впечатления. Чего не шампиписьки дергнул? Ну, надо было. Спрашиваю, лампа Thank you.
еще и батончик таинский. Только не больше. Вообще не поняла, что это она мне дала? Она мне не то, наверное, дала все. А это молоко она мне отметила. Продолжение следует...
выезжать. Вы когда здесь снимали? Машину я вот лутами покупал. Представляете, вот по этой тащите, куда я взял вот здесь вот разъезд. Ой, слава богу, это мог Мартину. Потому что вы начинаете щелкать, значит, нужно брать исходники. Начать свой искать, промотать, там это. Вот, ну ладно, тем не менее, ну, получай квартиру там, мая, там это, да, давайте, ну, он сам человек, это тем более. Ну ладно. Нет, ладно, вот, кстати, ключей посмотрел, сказал, да, потом, значит, говорю. Буквально со слова «не так». Слово «не так» написал я и путянский одновременно не разговаривал. Что значит «не так»? Еще так плотно глыбу поскочил, как вы знаете. Идет там буквально, так сказать, как вот это финальное, как бы 4 плана наши пониже, а потом идет, так сказать, очень хороший синхрон Хрущева, чем обязаны, значит, то, что контрольная дорожка была в свое время. Как пилот. Он, понимаете, как он еще смеет там требовать визы, там, понимаете, это, ну, если я не гадит там, где, так сказать, она ест, вот, а он нагадил, он плюнул в лицо народу, так сказать, так, как я его буду угощать? Значит, такое слово. Раньше это все эмоциональные переборы, как мягко назовем. Вот. И в остатках, вот есть там такие вот остатки, там вот она. Там характер, и все, со своей, так сказать, должностью, со своим достоинством. Не было, так сказать, вот эта функция, а это человек, так очень чаще всего бывает. Ну вот. И он говорит, вот с этого надо. Ну когда должен приехать? 19 часов. Мы думали, что он здесь, и так это все, мы каждый день снимаем, ну, а то скажем, что это такое? Теперь можно отдохнуть, расслабиться. Вообще все должно немножко дождаться. Нет. В чем делает деревья? Никто его не видел давно. Когда он. Как его делает бизнес? Я что-то такое работал в Воронеже, там что-то книгу с ней добираем, я так его не без этого самого. Я говорю, вот кто мы тут вообще? Никто. И что еще так сказать? В этом деле юмора он так не понимает. Он теряется. Когда, помню, честно, покойного Медведкина, Игорь Куспай говорит, вот, я взлюбился. Я быстро встал.
Thank you.
немножко дверь захлопывать? Ага. Теперь мне нужно опять крему снимать. Thank you.
прежде чем там жить, там нам нужно будет еще вложить столько же. Да. Всякая ерунда. Ты не смотрел этот ебаный сейф? Нет? Не рыгай. Он же прописывает. Что у тебя сегодня уже с опозданием как-то газетка пришла? Ну это давно валялось. Аромат золотых песков Болгарии. Легкая пачка сигарет и БТ. Выходи, Петь, бери под руки. Ты знаешь, это... Говорю, звучит от радов. Пока у меня на руке 10 пальцев, я еще мужчина. В технике. Дело в том, что машины, приговоренные к угону, оснащены новой противоугонной системой ЛТР-32, серийное производство, которое налажено научно-промышленной компанией Starcom Limited совместно со специалистами АвтоВАЗа. 700-800 тысяч стоит это удовольствие, что, по мнению его производителей, все-таки дешевле, чем искать угнанное авто или покупать новое. Ну вот, например, в Москве ежедневно, придумав этот робот, пожелает. Ну и после этого, как официальный документ, группа этих людей показывала и директор школы, и военную руку. Ну и, в общем, остались при своем. Они также так, продолжали носить. Так, мы с этой И вот, что скоро мы... Скорее всего, тот пытался на желтый проскочить. Все отметим, а этот рванул с места. Уже бесполезно. Сейчас нам с тобой фантазировать. Володя, конечно, многозвон, блядь. А ты снимаешь, извини. Джип Чероки плюс до последней части. Сейчас читал, да, они с дикой скидкой продают этот джип. В его усилиях, направленных на сохранение динамики процесса, который был одобрен народом на референдуме 25 апреля, говорится в совместном заявлении 12 опубликованном в Брюсселе. В нем подчеркивается, что Ельцин является единственным представителем власти в России, избранным прямым голосованием. В ходе боевых действий грузинские войска ведут наступление в направлении села Адзюбжа. Стратегически важный автомобильный и железнодорожный узел на линии Сухуми-Ачамчира, а также устье реки Катори, где находятся абхазские формирования. По данным чекования, в среду вечером недалеко от села Сурча в открытом море замечено 9 кораблей противника. Что же касается обстановки вокруг Сухуми, все атаки абхазских формирований отбиты, говорится в сообщении. Хорошие ребята. Ну а через несколько минут я познакомлю вас с новостями. Наши мафии из кожаных. Красавцы. Стекло протереть надо, нет ничего. Ох, как они. Thank you.
Это пристройка, а сам дом и там, сам основной уже пристройка.
еще по августу. Еще где пришло в августе управление. Которые говорят, что будет. Что будет?